Всем привет! Всем доброе утро! Сегодня с самого утра дождь льет. Как из ведра, видите, какие лужи. Это еще не самая большая, там вообще море. Мы с Ариной выбрали момент, как-то дождик остановился, закончился, хотя тучки такие обещают, что дождик еще будет. Но нам нужно дойти до магазина. И соду! Да. Купить продукты. Главное нам дойти, купить все и успеть до дождя вернуться домой. А дальше фиг с ним. Хотя я сегодня запланировала сходить на речку. Ну, не купаться, а просто снять вам хотела. То не удается никак туда сходить. Завтра уже приедет Леша со свекровью и свекром. Ну... Уедем мы в четверг. То есть, ну, они, получается, целый день здесь. Полдня, целый день и утро. Вот. Фу, ну жарко. Что-то я Арина тепло делаю, сама тепло делаю. Так жарко, даже душно. Сейчас, наверное, Ливаня успеть бы. Держите за нас пальчики. Смотрите, какое море. И что-то закатало, блин. Только не дождь. Не дождь. Дождь пошел, Ари. Да. Ладно, мы уже почти около магазина. Переждем. Надеюсь, сейчас он опять не на часа два. Ой, да. Смотрите, какое. Ладно, это неудобно снимать. Ну что? Посмотрите на меня. Ой, там. Мы попали под дождь. Причем попали, когда на обратно шли. Подстояли минут 20, переждали в магазине. Потом еще минут 20 подождали около почты под крышей. В итоге уже думаю, сколько ждать, пошли. Арина в дождевике, я ей зонт дала. А сама так шла. С меня и пот течет градом. И дождь меня намочил. Я вся просто. Хоть выжимай. Это жесть. Ну, жарко. Я вот пожалела, что я одела кофту, потому что очень жарко. Просто невозможно, как жарко. Кроссовки натирают. Я не знаю, что у меня тут произошло с ногами. Труд. У меня такие мозоли на кроссовках. Поднимай ногу, как я тебя буду снимать. Вот. В магните ничего нет. Курицы нет. Сейчас открою дверь, чтобы свет был. Открыть тебе дверь? Это мусорка. Иди, сейчас ты киндер, наверное, хочешь? Да. Сейчас. Этого молока нету. Есть? По 199 рублей. Вообще охренели. Этого. Курицы. Курицы нету. На, ищи в пакете. Вот тут киндер. Курицы нету. Ничего нету. Короче, капец. Народу причем нет никого. Почему нет? Ничего. Может, еще не привозили. Не знаю, сегодня понедельник. Вот, не помню, говорила, нет, завтра приедет Лёша, свекровь, свёкор. Получается, они приедут, будут здесь. Ну, вот, приедут полдня, потом будут день. И такое. И потом мы уедем. Вот. Не нашла? Больше я в другой пакет положила сейчас. Фу, в общем, такая у нас погодка. Планы мои отменяются, блин. Так хотелось вам снять, поводить вас по местам, где мы проводили детство, где у нас были компании большие. Дай бог, может быть, завтра будет погода. Пройдемся и расскажу вам, покажу, если погода будет. Хотя передали погоду аж на всю неделю такую дождливую. Как-то мы неудачно приехали. Получилось, нам повезло только дня 5, наверное. Два дня, когда мы только приехали, было 34 градуса жара, потом 30, 28, 29. Ну, так пасмурный ветер был сильный. И вот уже два дня, вчера он вечером после второго сна Арининого пошел дождь, сегодня вот с утра как зарядил на весь день, и все. Ну, в принципе, для хозяев это хорошо. Это для нас плохо, потому что мы приехали, хотели загореть, на речку съесть. Сижу так в этих сенцах, так и не ухожу. То Арина киндер уронила под кровать, то еще что-то у нее, то понос, то золотух. Она уж просто спать хочет. Время третий час. Вот. Что купила? Ничего показывать не буду. Давайте я вам сейчас так быстренько покажу. Курицы не было, взяла бедро.
Я просто хочу приготовить суп, потому что все-таки приедут, нужно будет что-то покушать. Суп, это колбаску взяла, все мокрое, вязанку. Батон взяла, того, который мне понравился, не было. Надеюсь, когда будем уезжать, он будет. Там у тебя в комнате. А, на зарядке посмотри. На диване, на зарядке. Опять же, йогурт арене весь грязный. Очень он ей нравится. Она может по 3, по 4 штуки таких выпить банки. Вот такой вот. Он, кстати, воронежский. Его в Воронеже производят. То есть у нас его не найти. Блин, глаз что-то попало. И вот он, этот творожок, про который я вам говорила. Вот они, ушки. Блин, неудобно. Сейчас будет одной рукой. Короче, он мокрый. Вот, она вот так вот отклеивается. Ушки, ручки. И получается как 3D. Ну, не как 3, это я уже так выдумала. Так, а, взяла вот такой вот тортик завтра, чтобы чаек попить все вместе. Ой. И вот такое молоко по 99 рублей. Вообще нет молока. Ну, говорю, было за 199. Okay. И взяла водичку. Вот, все. Больше ничего не взяли, зонт сохнет. А, еще киндер. У Арин киндер и еще где-то... А, вот. Ой, рука отсохла. И вот такой вот. Арине водичку попить. Все, ладно, пойдем выгружаться. Ой, гляньте, какая ерунда попалась в киндере. Фигня. Так, вас перевернуть. Опа. Штативом еще не особо мне пользуется. Еще он криво, еще мне не пришла из Китайки держалка. Знаете, что хотела вас с вами о чем поговорить? Как вы относитесь к глазу? С глазу детей, ну, если сглаживают, да? Вообще верите вот во все это? Блин, у меня будет на бок. Все. Как вы к этому относитесь? Вот я, если честно, очень, ну, отношусь, я верю во все эти сглазы. Вот. Во все такое я верю. А вот вы. Я вот к чему это говорю. Просто Арина, да, она у меня очень тьфу-тьфу-тьфу, очень общительная. И вот сегодня мы пришли в магазин. И заказы стояли такие, ну, пожилые же женщины, бабульки. А, кстати, верю я больше в сглаз, если бабульчики. Ничего не хочу говорить против. Вы там не подумайте, там, что вот именно бабульки, вот именно... Почему-то мне кажется, что бабулечки, вот, которые вот именно прям старенькие, вот они вот, мне кажется, могут. Немножко буду я вот так вот, потому что держатель у меня еще от обычного этого селфи-палки, а из Китайки мне еще, который вот сюда вот не пришел. Это, так вот, что я там говорила. Вот, бабульки. Мне кажется, именно вот старенькие бабульки сглаживают. Ну, да, я верю вот в это. Это ничего я против них не имею. Не все, конечно, но некоторые вот прям, вот, мне кажется, вот они, да. Ну и вот. И, короче, Арина у меня общительная. И, короче, в кассе-то я просто ушла от темы, опять возвращаюсь. За кассой стояла, ну, в очереди бабулек, наверное, 5. Ну и плюс еще кассир. Ну, кассир такая молодая. Вот. И Арина с ними начала разговаривать. И каждый из них, ой, какая общительная, ой, как хорошо говорит. А сколько тебе годиков? Арина такая, 2. А мне 2 годика, и так хорошо разговаривает. А моя? И там, ну, это же кто-то там дальше уже начал между собой разговаривать. Потом еще подошли 2 женщины такие, тоже они, ой-ой-ой, и вот начали, ой, какая молодец, ой, какая. У тебя и кукла, ой, да у тебя и киндер, ой, да А Марина такая, спасибо кассиру. А кассир говорит, не мне нужно, говорить, а маме нужно, говорит, мама же тебе купила. Она такая, мамочка, спасибо. А эти, ой, какая молодец. Короче, ну вот такого, да, плана. Потом мы вышли, мы же на велосипеде были, а Арина в тележке. Пока я вытаскивала из тележки продуктов, складывала в пакет, пока мы ждали дождя, эти бабулечки тоже выходили, другие, там я уже даже не помню. И тоже вот все вот там, ой, какая-то ты, какая молодец, какая хорошая девочка. И вот, ну, я всегда прихожу и святой водичкой Арину умываю. Вот как-то вот, вот. Ну, во-первых, когда Арина родилась, мне так всегда говорили, мама моя, бабушки наши, да, прабабушки, всегда говорили, умоем святой водичкой и подолом, да, ну, вот этим, мне тут не видно трусы, поэтому можно показать, подолом, как бы вытри ее. И вот я всегда вот как-то с того времени, вот как Арина родилась, все время так делаю. Вот. А у папы нет, к сожалению, святой воды сейчас. И, ну, и как-то вот я вот сейчас об этом иду, так и думаю, блин, как же ж мне ее умыть? Как же ж мне ее умыть святой водой? Это... Ну, не знаю, конечно, это просто мое уже внутри меня. Может быть, вы меня в этом плане осудите, не знаю. Но это мое, это так вот у меня. А вы как относитесь к
к сглазу. Верите вы во все это, не верите? Вот напишите в комментариях, мне было бы очень интересно все это послушать. Вот. Ну что? А сегодня? А что? Ну не что? Что, не что? Я забыла. Что, что? Пить хочу, я вошу. С вашего позволения я выпью из горла. Забултыхала. Странно, что у меня не упал пакет с этого. С велосипеда, у меня обычно падает. Ваше здоровье. Кстати, сегодня праздник, День семьи. Понятно, это видео у меня выйдет, когда уже будет 9 мая. Но неважно, я вас всех поздравляю с Днем семьи. Желаю вам, вашим семьям, чтобы они были крепкие. Самое главное, крепкие. Желаю вам быть терпеливыми друг к другу. Это относится и ко мне, потому что я нифига не терпеливая. Я, если мне что-то не нравится, я понеслась. Все, у меня все кипит, все летит. Но это я так преувеличиваю, но у меня все. Я пока не выскажусь, пока я свои эмоции не выплюну, я не успокоюсь. Вот. Но я быстро отходчивая. Вот, я и обидчивая очень, это я, кстати, совсем недавно узнала, да, угу. Я обидчивая, нет, я как бы знала, что я обидчивая, но в некоторых моментах, которые мне как бы предъявляют, что я в этих моментах обидчивая, я не обидчивая, хотя, может быть, не знаю, да, я обидчивая, но я быстро отходчивая, поэтому это и касается меня, больше нужно уступать. Быть умнее. Я всегда всем это говорю. Будь умнее. Не ведись на провокации. А сама веду всех на провокации. Умею, вернее, вести на провокации. И сама ведусь на них же. Вот. У меня нет вот этой, знаете, кнопки стоп, хоп. Мне нужен какой-то человек. Это касается и в моей семье, да, там с мужем, и касается в отношении с мамой, отношения с моей сестрой, отношения с моими подружками. Мне нужен обязательно какой-то человек, знаете, как ангелы, да, вот все мы верим, ангелы. Есть добрый ангел, который направляет тебя на путь истины, и есть ангел, который направляет тебя не по той дорожке. Мне нужен еще третий ангел куда-нибудь сюда, чтобы он мне давал по башке и говорил: Ира, остановись, в этот момент ты должна остановиться, все, все, будь умнее, ты должна остановиться. Вот мне надо вот такого вот. Так что я всем желаю трех ангелов. Вот. Короче, а может быть, вот этот хороший ангел, он и отвечает за это. Ну, мой, блин, филонит, мой не останавливает меня, поэтому мне нужен третий ангел, который должен по башке мне бить, чтобы я останавливалась. Вот, в общем, я что-то разболталась, не крашусь вообще. Мне, кстати, передали марафон. Обязательно поучаствую в марафоне. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Вы заметили, я вцепилась в эту колбасу. Я сама так заметила, что я ее держу в руках. И тут... Вот это. Короче. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Во всех марафонах можете мне предлагать. Я буду во всех марафонах участвовать. Ну, если там не нужно будет раздеться или еще что-то. Хотя, кто знает. Телесами своими потрясти. В общем, буду заканчивать я этот влог. Он получился у меня очень, наверное, получится уже, смотри, я почти на 8 минут натрындела. Он получится у меня такой болтологический. Короче, влог у меня размусоленный. Я болтаю в этом влоге. Болтаю, болтала и буду болтать. Все, меня понесло. Все. Пока-пока, до новых встреч. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сглаза. Верите вы этого, все, не верите. В общем, пишите что-нибудь мне в комментариях. Не всегда могу вам ответить. Иногда пишу, ставлю лайки, потому что на то у меня есть причины, которые я уже 150 тысяч раз говорила. Повторяться не буду, хотя могу растянуть еще на 10 минут это видео. Ну, не буду. Все, всем пока. Пока-пока.